с ними. Мы переживали рождение новой страны. Ночи напролет проводили на танцполах и узнавали, сколько стоит рыба. Заводной полководец неутомимых рейверов 90-х и немецкие патриархи хэппи-хардкора последних 20 лет. 25 октября на сцене телеклуба «Скутер». Подробности на teledefisclub.ru при поддержке Радио Энерджи, телеканала ОТВ и компании Mail.ru Group. Только «Скутер», только «Хардкор».